египетская сила. Офигеть. Ты не расстраивайся, это же не последняя серия. Как же мы? Да ну, дебилы! Целый день мне над ухом жужжали. Вот когда я им твою открытку отдал, вот они ушли. Мне что-то там перетянули, и вот теперь я выгляжу так, как до встречи с Галей. Теперь они там на целый день застряли в этом спа-салоне. Да. Слушай, а годового не было? Вот собрались дядю добрым словом помянуть. Египетская сила. Нет, сейчас меня больше интересует Костя. А он что, что-то серьезное натворил? Пока нет. Я пришел стол починить. Вроде дышит. Он, наверное, без сознания. Ну что вы на меня смотрите? Загадывайте желание. Звезда упала. Ну а ты что спешишь-то? Это же неверена еда. Ее и жевать можно. Ваша жена, наверное, вами очень гордится. Я холостой. Он не обиделся на нас? Ну хочу на тебя обижаться. На тебя природа обиделась. Коля, что ты делаешь? Приманку расставляю. На живца ловить будем. Важно. Попроси у бабушки для меня спиннинг. Для меня это очень важно. Галя, я тебя пригласил, чтобы ты готовила еду, а не жужжала мне на дух. Оленька, пришло. Я, конечно, понимаю, что ты уже не та. Но говорить о себе в среднем роде человек, который не помнит дня рождения жены, импровизировать умеет. И потом, это не так уж и дорого. Недорого? Это что, за деньги? Ради счастья, Маша, неужели нам каких-то там, ну, 10 тысяч жалко? А ты чего смеешься? Чего? Чего? Тебя вообще никто не приглашал. Вот когда будешь знаменитым, тогда приходи и ешь мою еду. Да за эти бабки я бы тебе сам бы сказал, кто у тебя предки. Щелкнутые. Ты что, паразит, моей смерти хочешь, да? Галя, такие вещи вслух не говори, иначе желания не сбудутся. Предильщица. А, так вот откуда у тебя талант из меня веревки вить.